появились данные о расставании Пугачёва и Галкина. Нумеролог Клара Гуздымбаева рассказала о будущем примадонны и юмориста. По ее словам, Алла Борисовна и Максим в скором времени будут переживать разрыв. Специалист сделала предсказания на 2019 и ближайшие годы. Оказывается, внешне благополучные отношения певицы и артиста под угрозой. У них расставание идет через 2 года. Будет достаточно конфликтная ситуация, поэтому у них возможно расставание. Потому что когда оба партнера находятся на спаде, идет невосприятие в партнерских отношениях, заявила нумеролог. Она добавила, что семейное счастье целиком зависит от великого терпения примадонны. Гуздымбаева добавила, что Пугачёва благодаря силе духа способна преодолеть любые невзгоды, в том числе и в отношениях с мужем. Нумеролог отметила, что из певицы получился бы хороший политик. По ее словам, Пугачёва – носитель знака власти, знака миротворца. Кроме того, по мнению Гуздымбаевой, примадонна обладает даром гипноза. У Аллы Борисовны сильные экстрасенсорные способности. В целом же Пугачёва ждет замечательный год. Но через полгода после дня рождения, с 15 октября, идет спад. Спад энергетический, когда нужно обратить внимание на свое здоровье, заключила эксперт. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!